этой постройке за один раз способно вместиться до 40 тысяч молящихся. Добро пожаловать! Постройка мечети началась в 1996 году. В месяц Рамадан 2007 года святыня впервые открыла свои двери для публики. Первая молитва проходила в присутствии его высочества шейха Халифа бен Заида Аль-Нахаяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов. Сам отец-основатель Заид бен Султан Аль-Нахаян, к сожалению, не дожил до этого дня, но его тело захоронено здесь. Судьба храма на века неразрывно связана с именем президента. В Абу-Даби, как мечтал шейх Заид, встретился весь мир для работы над священным для мусульман домом. Стоимость постройки обошлась в 550 миллионов долларов. При этом использовались долговечные натуральные материалы. За моей спиной есть стена, на которой изображены 99 имен Аллаха. Мраморный камень, золото, полудрагоценные камни, кристаллы и керамика. В здании мечети вы найдете арабскую, персидскую, монгольскую и мавританскую архитектуры. В этом месте есть несколько элементов, способных свести с ума. Во-первых, знаменитый ковер в главном молельном зале. Тысячи мастеров шили его из 35 тонн новозеландской и иранской шерсти. В мечети можно найти греческий и итальянский белый мрамор, один из самых чистых в мире. Посетителям непременно запомнится ансамбль из 82 куполов с главным, который считается самым большим куполом. Его высота составляет 85 метров, а диаметр – 32 метра. Кстати, один из лучших видов на большую мечеть открывается в сумерках. То волшебство, с которым белые минареты мерцают на фоне темного неба и мягкого света заката. Непередаваемо.